I want to say thank you to you. Хочу сказать вам спасибо. For the way that you have served us with your life. За то отношение, как и то сердце, которым вы служили нам. Thank you for coming. Спасибо, что вы приехали. Рабина, thank you for who you are. Рабина, спасибо за то, какая вы есть. We now understand because of Peter's words. Теперь мы понимаем, почему успех у Питера. It's because of you. Это благодаря вам. Она говорит, потому что Господь. God gave me the same kind of wife. Бог дал мне такую же жену. And she's here and she wants to give you some flowers. И она здесь и хочет вручить вам кое-что. This is for you, Rabina. Это для вас, Рабина. Rabina, I want to especially say thank you to you. Рабина, я особенно хочу поблагодарить вас. You're a godly, wonderful example. Вы прекрасная, благочестивая женщина, которая достойна примера. Thank you for how you've served your family and your husband all these years. Спасибо, что за все эти годы ты так на высоком уровне служила своему мужу и своей семье. For all the prayers you prayed. За все молитвы. And we honor you. И мы просто хотим почтить тебя. And count it an honor to have you with us. И для нас большая честь, что вы с нами сегодня. We're also very glad to have Pastor Nikolai here today. Также мы очень рады, что с нами сегодня пастор Николай. It's very rare to have him here. Это большая редкость, что он с нами. And I'm always glad when Nikolai's with us. Я всегда очень рад, когда Николай с нами. And the South Church is here today. И также Южная Церковь с нами сегодня здесь. If you're from the South Church, raise your hand. Добро пожаловать! Поднимите руку. Raise your hand if you're from the... Поднимите руку, если вы из Южной Церкви. Поднимите, мы хотим вас видеть. All right, we're glad you're here to join us today. Мы рады, что вы здесь с нами сегодня. Peter, thank you for being here. Питер, спасибо, что вы здесь с нами. We're looking forward to receiving what you have to give us today. Мы ожидаем того слова, которое вы имеете для нас сегодня. Thank you for being here, brother. Спасибо. Thank you. I'm delighted to be here. Спасибо, я чрезвычайно рад быть здесь. I feel very honored to be in the great nation of Russia. Я имею великую честь быть в такой замечательной, великой стране, как Россия. I've read a great deal about your history. Я прочитал очень-очень много о вашей истории. You are one of the great nations of the world. Вы являетесь одной из великих стран мира. You have astounded the world the way that you have grown over the last 10 years. То, как вы развиваетесь последние 10 лет, вы просто удивили мир. I bring with me greetings from the government of Australia. Я хочу передать вам привет. Я с тобой привез привет от правительства Австралии. The government of Australia is very friendly towards the people of Russia. Австралийское правительство очень дружелюбно настроено по отношению к России. I bring with me greetings from Liberty Church, the church where I serve. Также хочу передать вам привет от церкви, церковь Liberty или Свобода, это церковь, где я служу. There are many Christians throughout Australia praying for you every single day. По всей Австралии есть много христиан, которые молятся за вас каждый день. Some of you were at the seminar yesterday. Некоторые из вас были на семинарах вчера. And for those of you that were not there, а для тех, кто не были вчера там, let me give you a little background on my life so you know who I am and where I came from. Позвольте мне немножко рассказать, поделиться с вами, рассказать о своей жизни, для того, чтобы вы знали, кто я и вообще откуда я взялся и какое у меня прошлое. I'm 74 years of age and my wife and I have been married for 53 years. Мне 74 года, и мы с женой уже в браке 53 года. I came to Christ in 1959 as an illiterate bricklayer. I had never been through formal schooling. Я пришел ко Христу в 1959 году.
Мне было 26 лет. На тот момент я был безграмотным, я так никогда и не окончил школу, не умел читать, писать, и я был каменщиком. I learned to read or write by pointing to dictionaries. Я научился читать и писать, уже будучи во взрослом возрасте, показывая или находя слова в словаре. I had no one to teach me, so I studied without a teacher. Мне некому было, меня было некому учить, поэтому я начал учиться без учителя. God gave me two dreams as a 26-year-old young man. И когда мне было 26 лет, в тот момент, когда я пришел ко Христу, Бог дал мне две мечты. We were poor, very poor. Мы были бедными, очень бедными. One dream was to see how much money one human being could give away in their lifetime. Одна мечта — это было увидеть, сколько денег один человек может пожертвовать за всю свою жизнь. Сегодня наши корпорации находятся по всему миру. Мы имеем свой собственный банк. Мы являемся единственной корпорацией в мире, которая имеет собственную валюту. We have no debt. У нас нет абсолютно никаких долгов. But God gave me another dream. Но Бог дал мне другую мечту. To change the world for 300 years. Изменить мир на 300 лет. I'm sure many of you think that's an impossible task for one person to change the world. Я думаю, что для одного, для многим из вас кажется, что это абсолютно невыполнимое задание изменить мир. Как один человек может что-то изменить? But Abraham changed the world in his lifetime. Но Авраам изменил мир за свою жизнь. Moses changed the world in his lifetime. Моисей изменил мир за свою жизнь. Gideon changed the world in his lifetime. Гедеон изменил мир за свою жизнь. John the Baptist changed the world in his lifetime. Иоанн Креститель изменил мир за свою жизнь. In modern times, there's a man called Mahatma Gandhi. В современности был человек, которого звали Махатма Ганди. And he changed the world by what he called Satyagraha. И он изменил мир при помощи того, что он назвал Сатьяграха. And he broke the chains of colonial power. Он сокрушил цепи колониальной власти. He changed the world in his lifetime. Он изменил мир за свою жизнь. Henry Ford changed the world in his lifetime. Генри Форд изменил мир за свою жизнь. As he set the world moving by the automobile. Когда он пересадил мир на автомобиле. Roger Bannister changed the world in his lifetime. Роджер Бернард изменил мир за свою жизнь. When he ran the first 4-minute mile and he proved the efforts of human endeavor are yet to come. Когда он пробежал первым милю за 4 минуты и показал, что человек имеет возможность расширять или увеличивать свои возможности, свои способности. So Winston Leonard Spencer Churchill changed the world in his lifetime. Винстон Леонард Спенсер Черчилль изменил мир за свою жизнь. When he sent those men up in those Spitfire planes during the Battle of Britain. Когда он отправил в бой этих людей на самолетах во время Великой битвы Британии, за Британию. When he said never before on the field of human history. Когда он выступил с речью и сказал, что никогда раньше на фоне человеческой истории. Has so many owed so much to so few. Так много людей должны с такому маленькому количеству. And if the British Empire and its Commonwealth would last for 1,000 years. И он сказал, если Британская империя будет еще существовать 1,000 лет. Men will still say this was their finest hour. То пусть люди говорят, что вот это был самый лучший ваш час. He changed the world in his lifetime. Он изменил мир за свое время. Bach and Beethoven changed the world in their lifetime as they expanded our consciousness in the area of symphony and song. Бетховен изменил мир за свою жизнь, когда он когда Бетховен изменил понимание симфонии и вообще музыки. You can change the world in your lifetime. Ты можешь изменить мир
за свою жизнь. I'm here today to spend time with you and try to turn on your dream machine. Я здесь, чтобы провести это время с вами и попытаться заставить вас включить ваш механизм мечтания. But I want you to get out your Bibles at 1 Joshua, starting at verse 5. Пожалуйста, откройте книгу Иисуса Навина. And it says these words. И в первой главе, в пятом стихе, там говорятся такие слова. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. As I was with Moses, so I will be with you. И как я был с Моисеем, так и буду с тобою. I will not leave you nor forsake you. Не забуду тебя и не оставлю тебя. Oh, be strong and of good courage. Будь только тверд и мужествен. For to this people you shall divide an inheritance to the land which I swore to their fathers to give them. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Only be strong and very courageous. Только будь тверд и очень мужествен. That you may observe to do all that the Lord that Moses my servant commanded you. И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Do not turn from it to the right hand or the left, that you may prosper wherever you go. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. This book of the law shall not depart from your mouth. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. You shall meditate in it day and night. Но поучайся в ней день и ночь. That you may observe to do according to all that is written in it. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Throughout the entire world, people go to church every week. По всему миру люди ходят в церкви каждую неделю. And in a sense, they reassess a great commission. И в определенном смысле они обладают великим поручением. Not in relationships to its validity, but to our productivity. И это вопрос не в его вопрос не как бы не в значении не в реальности этого. Мы живем и каковы ожидания будущего, что будет дальше происходить? Если мы получаем информацию об этом только из телевидения и газет, то наша информация не весьма точная. Газеты никогда не делают ударение на истину. То есть, в первую очередь, им интересны хорошие истории. Secondly, what kind of personal and corporate dynamics are needed to conquer this world? Второй вопрос. Какие персональные качества, какая динамика, какие вещи необходимы для того, чтобы победить этот мир? The
way we're behaving with the gospel is it's like trying to move Mount Everest with teaspoons. Вы знаете, мы относимся к Евангелию зачастую подобно тому, как люди, которые пытаются переместить гору Эверест при помощи чайной ложечки. Thirdly, how can I, as a Bible-believing Christian? И третье, как я, как верующий, как библейский верующий, weld together my current and future life power. Как я держу вместе, собираю вместе мою все мои возможности и мою силу into a lifetime invincible, non-surrendering victory fighting force for God. И превращаю ее в силу, которая бесконечно, всю свою жизнь борется для Господа или за Господа. The Christian church has always been the great silent, unsung hero of every generation. Христианские церкви, они всегда были невоспетые герои каждого поколения. Which by its very sovereign charter needs to call afresh with a strong and an urgent voice. И они должны быть снова, как бы зазвучать новым и свежим голосом. That our protection and prosperity does not come from a sword. И мы должны осознавать, что наша защита и наше преуспевание не от меча. Or from a political system. Не от политической системы. Or from a microchip. Или не от микрочипов. Or from the state. Или не от государства. It comes from the hand of God. Но это все приходит из руки Божьей. We are moving towards a new era of Christian development. Мы движемся в новой эре христианского развития. Which has its deep roots in our early biblical records. Которая имеет глубокие корни в библейских писаниях. That may call again for believers who will pay any price. И звучит призыв для верующих, которые готовы платить любую цену. Who bear any burden? Которые готовы нести любую тяжесть? Who endure any hardship? Переживать любые трудности? Who make any sacrifice? Или делать любые жертвы? Who risk any insecurity? Готовы идти на любые риски? To reach the subliminal goal of that gospel call. Чтобы выполнить вот эту цель, исполнить евангельское призвание. I look at this man called Joshua. Я смотрю на этого человека по имени Иисус Навин. In the changing world of Joshua, God delivered Israel out of Egypt on wings of eagles. В изменяющемся мире Иисуса Навина Бог вывел, вызволил буквально израильтян из египетского рабства, как на орлиных крыльях. Историю, you'll find that there is not one instance of leadership. То вы обнаружите, что нет ни одного случая лидерства, brought out of the still waters of calmness and serenity, которое бы родилось из такого, знаете, свободного времени, когда тихие воды, когда все спокойно. But I could name a thousand who stood tall and confident above the smoke and blood of battle. Но я могу назвать тысячи личностей, которые поднялись именно во времена битвы и дыма, так сказать, огня и дыма. The children of Israel went from slaves to conquerors. Израильтяне превратились из рабов в победителей. From wanderings to permanence. Из блуждания к постоянству. From poverty to riches. Из нищеты к богатству. From aliens to nationhood. Из просто блуждающих группы людей, чужаков в нацию. From fear to courage. Из страха в
уверенность, смелость. From history observers to history makers. Из наблюдателей истории в тех, кто пишет историю. Joshua was a leader. Are you? Иисус Навин был лидером. А как насчет тебя? He made progressive use of time, talents, tools, tactics, and troops. Он постоянно использовал прогрессивно время, таланты, инструменты, тактики, войска. He was a confidence anchor for the timid children of Israel to cling to. Он был якорем уверенности, на который опирались или на который действительно был надеждой для народа израильского. He was under God, the directional compass set on a predetermined course to the promised land. Бог поставил его как компас на вот этот определенный курс в землю обетованную. He was chosen by God to motivate, inspire, and to provoke others to desirable action. Он был избран Богом для того, чтобы мотивировать, вдохновлять и призывать других к действиям. Joshua was a leader. Иисус Навин был лидером. Are you? А ты? He was God's man for the moment. Он был Божьим человеком на тот момент, для того времени. He was Moses' man for the continuance. Он был Моисеем, он был продолжением Моисея. He was Israel, man of destiny. Он был человеком предназначения для Израиля. But he lived, loved, and followed the commandments and principles of God. Но это было потому, что он жил, следовал и выполнял обетования или повеления Божьи. Leadership for a Christian is not optional; it's mandatory. Лидерство для христиан это не выбор, это не варианты, это обязательно. The great William Astancer said. Великий Вильям Астенсер сказал. In desperate need of leaders. Церковь отчаянно нуждается в лидерах. I want to hear a voice, but no voice comes. Я хочу услышать голос, но никакой голос не звучит. In the world of flame, the voice of the church has sunk to a pathetic whisper. В мире огня голос церкви превратился просто в шепот. One of my heroes is Paul the Apostle. Один из моих героев это апостол Павел. My research team tells me he only stood about 5 feet tall. Моя команда исследователей, они работали над этим, и они как бы пришли к выводу, что апостол Павел был всего лишь где-то 1.45 м. My Bible tells me that he was shipwrecked. Библия говорит, что он был в кораблекрушении. Maybe washed up on a beach. Может быть, был выброшен волнами на берег. I'm sure someone would have went up to Paul the Apostle. И я уверен, что кто-то мог подойти к апостолу Павлу. And said to him, "Hey, Paul, is that you?" И сказать: "Эй, Павел, это ты?" How do you feel about the love of Christ today, Paul? А что ты сегодня думаешь и что ты чувствуешь по поводу Христовой любви, Павел? And this little man would stand up his full height. И этот человек, этот маленький человек, вставал во весь свой рост. He'd put his shoulders back. Расправлял плечи. His chest out. В грудь вперед. Плоть отваливалась от его костей. I'm sure somebody would have said to him. Я уверен, кто-то мог бы сказать ему. Paul, how do you feel about your missionary journeys today, Paul? Павел, а что ты сегодня думаешь по поводу своих миссионерских путешествий? And he would have stood up his full height. И он бы встал во весь свой рост. Stretched a little higher. И немножко бы еще подтянулся. Pushed his shoulders back. Расправил бы плечи. Pushed his chest out. Грудь вперед. And barked out the words, "Unashamed." И он рявкнул бы: "Я не стыжусь." Then, of course, when he was whipped. И когда он был избит палками. Someone would have said to him, "Paul, how do you feel today about your goals program, Paul?" Павел, а что ты сегодня, как ты сегодня чувствуешь по поводу твоих целей и твоих программ? And he'd stand up as tall as he could get. И он вставал во весь свой рост, как только мог. He'd push his shoulders back. Расправлял плечи. He'd stick his chest out. Выдвигал грудь вперед. And say, "Unashamed." И говорил: "Я не стыжусь." And when he was thrown in prison. И когда его бросили в тюрьму. What do we hear? Что мы слышим? Singing. Он поет. Paul is my kind of man. Павел это человек моего типа. Leadership for a Christian is not optional, it is mandatory. Лидерство для христианина это не вариант, это необходимость.
If you think you're a leader, you ought to be the first one to church. Если ты считаешь себя лидером, ты должен быть первым в церкви. The first one to volunteer. Первым вызываться на какое-то дело, которое нужно сделать. The last one to leave. Последним уходить. The first one to tithe. Первым давать десятину. The first one to give offerings. Первым жертвовать. You have to be a leader. Ты должен быть лидером. And you need to look behind and see if anyone's following. И нужно тогда также иногда поворачиваться назад и смотреть, следует ли кто-нибудь. As I look at the life of Joshua, leadership is total life. Потому что когда я смотрю на жизнь Иисуса Навина, лидерство это фактически его жизнь. It's not running ahead of a crowd with a flag. Он не бежал впереди толпы с флагом. It's not a mantle to be discharged. Это не просто какая-то мантия лидерства. It is not a burden to be accepted lightly. Это не бремя, которое, к которому легко можно относиться. Leadership is accepting the full responsibility. Лидерство — это принятие полной ответственности. Leadership is climbing when others are faltering. Лидерство — это когда ты продолжаешь ползти в гору, когда другие уже остановились. And God works through optimists. И Бог работает через оптимистов. And God is committed to your development. И Бог предан твоему развитию. Бог вполне готов закончить его. The second thing I see, looking at the life of Joshua. Вторая вещь, которую я вижу, когда я рассматриваю жизнь Иисуса Навина. Leadership must stay above the commonplace. Лидерство должно возвышаться над посредственностью. I think of Paul preaching Christ. Я вспоминаю опять Павла, как он проповедовал Христа. Daniel standing before the lion. Daniel standing before the lion. Даниил стоял перед львами. Gideon on the battlefield. Гидеон на поле битвы. We are an uncommon people in an uncommon cause. Мы необычные люди с необычным предназначением. In a very common world. В очень обычном мире. The Bible says we are peculiar people. Библия говорит, что мы на We should lead the way. Библия называет нас светом, что это значит, что мы должны указывать путь. The Bible calls us salt. We should flavor the whole of society. Библия называет нас солью. Это значит, что мы должны придавать вкус всему обществу. Leadership is above bickering and petty gossip. Лидерство — это не какие-то мелкие противные сплетни. We must not be intimidated or put down. Мы должны не смущаться и не стесняться. Irrespective of who or what we're up against. Независимо от того, с кем или с чем мы сталкиваемся. We need to be as bold as Moses, standing before Pharaoh. Мы должны такими же быть смелыми, как Моисей, который предстал перед фараоном. When he said, "Let my people go." Когда он сказал, отпусти мой народ. My Bible says they shall mount up as wings of eagles. Библия говорит, что они поднимут крылья как орлы. The third thing I see about leadership with Joshua. Третье, что я вижу в Иисусе Навине, говоря о лидерстве. It has a biblical morality. Там была библейская мораль. There is no right way to do the wrong thing. Не существует правильных путей делать неправильные вещи. We're not different on Monday than we were on Sunday. И в понедельник мы не отличаемся от того, какими мы были в воскресенье. We must stick to absolutes. Мы должны иметь абсолютные вещи в нашей жизни. In 47 years of business. За 47 лет нахождения в бизнесе. I've never been sued and I've never sued anyone. Никогда никто на меня в суд не подавал, и я никого никогда не судил. My Bible says, "Do not go before the unjust judges." Моя Библия говорит, что не идите перед неправедными судьями, не обращайтесь к неправедным судьям. The fourth thing I see with Joshua. Четвертое, что я вижу в Иисусе Навине. Leadership is loneliness. Лидерство — это одиночество. Loneliness because others refuse to recognize the full commitment. Одиночество по той причине, что другие отказываются узнать полное посвящение. And the singleness of purpose and pay that price. Они отказываются признавать вот это как бы единение или же единую цель, и они отказываются платить цену за это. Loneliness because leadership vision is very personal. Одиночество, потому что видение лидерства очень персональное. Loneliness because of misunderstanding. Одиночество из-за недопонимания.
Loneliness because leadership has very few counselors at that wavelength. Одиночество, потому что лидерство на таком уровне имеет очень мало советников. Some of you are thinking, well, maybe I don't want to be a leader and be lonely. Некоторые, может быть, думают, о, я не хочу быть лидером, чтобы быть одиноким. Is it biblical? По-библейски ли это? Well, my Bible talks about Jonah alone in the belly of the whale. Моя Библия говорит о том, что Иона был один в чреве кита. Jacob alone wrestling with the angel. Иаков один сражался с ангелом, боролся с ангелом. John the Baptist alone in the wilderness. Иоанн Креститель один в пустыне. Moses alone in Mount Sinai. Моисей один на горе Синай. Daniel alone in the lion's den. Даниил один был во рву львином. Nehemiah alone before the king. Неемия один предстал перед царем. David alone before Goliath. Давид один вышел против Голиафа. Paul alone in prison. Павел один был в тюрьме. Jesus alone. Иисус один. Alone in the Garden of Gethsemane. Один был в саду Гефсиманском. Yes, leadership is total life. Да, лидерство — это полная жизнь. Leadership must stay above the commonplace. Лидерство должно возвышаться над обыденностью. Leadership for a Christian has a biblical morality. Лидерство для христианина имеет библейскую мораль. And leadership is loneliness. И лидерство — это одиночество. Many years ago, много лет назад, I was asked to be special ambassador of state on economic affairs. Меня попросили быть особенным послом государства в экономических вопросах. For a foreign country. Для одной страны. I accepted the responsibility from the president, His Excellency. Я принял это предложение от президента. It came with 15 armed bodyguards with submachine guns. И, в общем, в этой позиции, когда я принял эту позицию, меня охраняло 15 вооруженных автоматами солдат. When Mrs. Daniels and I would get out of the limousine, they'd put the red carpet down and the band would play. Мы с женой, когда приезжали куда-то на лимузине, раскатывали красный ковер перед нами, играл оркестр. I would inspect the military and the aeroplanes would fly past. Я проверял боевую готовность войска, там над нами пролетали самолеты военные. We'd go into parliament behind one-inch bulletproof glass. Мы шли в парламент, это все было за пуленепробиваемыми стеклами толстыми. I would go into the palace and meet and converse with the president. Я приходил во дворец, встречался, беседовал с президентом. I was called Mr. Ambassador. И меня называли мистер посол. I have had three ambassadorships. И у меня было три таких миссии посланнических. Трижды я исполнял роль посла. But you are an ambassador. Но вы являетесь посланниками. In 2 Corinthians 5:20 it said we are therefore Christ's ambassadors. Во 2 Коринфянам 5:20 там говорится, что мы посланники Христовы. Do you behave like an ambassador? Поступаешь ли ты, ведешь ли ты себя как посланник, как посол? The first thing about being an ambassador, you are a chosen person. Первое, говоря о посланничестве, ты избранный человек. If you're a born again Christian, you have a new title. Если ты рожденный свыше христианин, то ты имеешь новый титул. It's an ambassador title. Это титул посол или посланник. You are called Christian. Ты называешься христианин. The second thing about an ambassador. Вторая вещь, которая касается посла. An ambassadorship is given by a high authority. Посольство или титул посла дается более высокой властью. And we have the highest authority in the heavens and the earth. И мы имеем самую высокую власть на небе и на земле. The third thing about an ambassador. Третья вещь, говоря о после. He or she never represents him or herself. Посол никогда не представляет себя самого. We have to represent the one that sent us. Мы обязаны представлять того, кто нас послал. Are you a good representation of the Savior? Являешься ли ты хорошим представителем Спасителя? When people talk to you, do they realize that you're different? Когда люди говорят с тобой, осознают ли они, что ты другой? Do you present yourself like an ambassador? Представляешь ли ты себя как посол?
Do you open your home like an embassy? Открываешь ли ты свой дом как посольство? The fourth thing about an ambassador. Четвертая вещь, касающаяся посла. An ambassador always goes to a foreign land. А посол всегда идет в чужую страну. Russia may be where you live. Может быть, Россия — это место твоего жительства. But your real citizenship is registered in heaven. Но твое настоящее гражданство, твоя прописка на небесах. You're an ambassador in a foreign land. Ты поэтому являешься посланником и послом в чужой земле. You are aliens here. Your real citizenship is in heaven. Вы здесь странники, чужие. Ваше истинное гражданство на небесах. The fifth thing about being an ambassador. Пятая вещь, касающаяся посла. Ambassadors are always called home before war is declared. Прежде чем объявить войну, послов всегда призывают домой. When I was walking in the great city of Sydney in Australia. Когда я ходил по большому городу в Австралии, по Сиднею. As I walked down the street with a pastor friend of mine. Я шел по улице с моим другом одним, с пастором. One day we saw a pair of shoes in the gutter. In the gutter? Just off the footpath. Однажды мы увидели пару обуви на обочине. And we both And finally, в конце концов, God has given you a free will to be a participant or a passenger. Бог дал тебе свободную волю, и ты можешь выбрать, будешь ли ты участником или будешь пассажиром. I study history. Я изучаю историю. In the ancient days, when a king wanted to expand his kingdom. В древности, когда царь хотел расширить пределы своего государства, he would go to the garrison where the army slept. Он шел туда, где спали солдаты, шел к армии и смотрел, где они там жили. He would meet with the officers of the day. Он встречался с офицерами, с военачальниками. He would find someone loyal to the crown. And brave in battle and popular among the men. Он находил кого-то, кто был предан короне, смелым и популярным среди воинов. They would take him in to meet his senate. Затем этого человека приводили, чтобы он как бы представляли его сенату. They would question him and search his character. Его расспрашивали, исследовали его характер. If he was suitable, they'd give him charge of the whole armed forces. И если этот человек подходил, то его ставили главным над всей армией. And they would send them out to conquer other lands. И тогда их отправляли, чтобы завоевывать другие территории. In the early sunrise of the morning, they would leave the walled city. И на рассвете очень рано они выходили из города. The gates would be shut behind them. За ними закрывались ворота. They'd march off into the horizon and disappear out of sight. Они маршировали и затем исчезали на горизонте. A long time might pass. И могло пройти долгое время. The men would be on the watchtower waiting for the king's insignia to come through the horizon. И на башне все время находился страж, и он ожидал, когда же придет посланник с вестью. And one day they see the king's insignia being held aloft. И в один день он мог видеть, как царский посланник, как глашатый появлялся. They send messages on fast horses to go out to find out how went the battle. И
сообщения пересылали при помощи всадников на быстрых лошадях. Сообщения о том, как, насколько успешной была битва. If it was good news and they were victorious. Если это была хорошая весть, то они праздновали победу. The armed forces would have to wait on the outskirts of the city. Затем, возвращаясь, вооруженные воины, они ожидали на подходе к городу. They'd send water to wash with, wine, food, and new clothing. Им передавали воду, чтобы помыться, вино, пищу, хорошую одежду. Then the king would go to the musicians. Затем царь шел к музыкантам. And asked them to prepare a festival for the army to enter the city. И он давал им указания, чтобы они приготовили фестиваль для встречи армии в этом городе. They'd arrange for singers to sing new songs. Поющие должны были петь новые песни. They'd arrange for the poets to give new verse. Поэты должны были выступать с новыми поэмами. At the appropriate time, the king would sit at the end of the king's highway on his throne. И в определенное время царь садился в начале царской дороги на своем троне. The king's wise men and bodyguards would be each side of him. Царские мудрецы и царские телохранители находились рядом с ним. The people would line up each side on the king's highway. По обоим сторонам царской дороги выстраивались люди. There would be the blast of a bugle, and the gates would open. При звуках, при шуме открывались ворота. The crowd would roar, and it'd be deafening. И толпа кричала и издавала оглушающие звуки. And the soldiers would march up the king's highway in perfect unison. И воины заходили и маршировали по царской дороге в полном унисоне. People would call out to see if their husband or son had returned. Люди кричали, спрашивали, они хотели знать, вернулся ли их муж или сын. The conquered enemy would be in chains, carrying the treasury from the strange lands. Побежденные враги были закованы в цепи, они несли трофеи из дальних стран. They'd come up before the king and lay the treasure at his feet, and the army would form rank each side. Они приходили, эти завоеванные, покоренные народы, люди, они клали сокровища перед царем, их окружала армия со всех сторон. When the whole army was in the walled city, и когда вся армия уже находилась внутри городских стен, a union of trumpets would sound, and it would be loud and musical. То звучал унисон труб, это было громко, это было мощно. And suddenly a chariot would appear at the gates of the city. И вдруг в городских воротах появлялась колесница. With four white stallions. Запряженная четырьмя белыми лошадьми. Pulling the chariot. И они везли эту карету. The hero would be in the chariot, dressed in white. И герой стоял на колеснице, одетый в белое. His children would be in white horses, dressed in white. Following. За ним на белых конях ехали его дети, тоже одетые в белые одежды. And these stallions would dance up the king's highway. И вот эти белые кони, они шли пританцовывая, вот идя по этой царской дороге. People would throw garlands of flowers down before the hero. Люди бросали перед этим героем, бросали на землю букеты или гирлянды из цветов. The singers would walk along by the horses and sing to the hero. Вдоль них шли певцы и воспевали этого героя. The poets would say verse in praise of the hero. Поэты цитировали стихотворения, восхваляющие героя. He would be hanging on to the reins of the horses as they danced up the king's highway. И этот герой держал вожжи в то время, когда лошади пританцовывая шли по этой царской дороге. His eye would be on the king. И глаза героя были устремлены на царя. He'd not look to the left or to the right. Он не смотрел ни направо, ни налево. There was always a servant behind him. За ним всегда был слуга. Holding a garland of flowers above his head in the form of a crown. Который держал над его головой гирлянду из цветов в форме короны. And as he went up the king's highway to meet the king. И когда он шел по царской дороге, чтобы встретить царя. The servant would whisper these words in his ear. Слуга шептал ему на ухо такие слова.
О, glorious fleeting. Вся слава угасает. О, glorious fleeting. Вся слава угасает. О, glorious fleeting. Всякая слава угасает. Let me tell you. Позвольте мне сказать вам. Russia is poised to be one of the great new world leaders. Россия, она поднимается, она имеет как бы будущее как одна из величайших лидеров мира. Many people throughout the entire world think that Russia could be one of the new world powers and one of the wealthiest nations on earth. Многие люди по всему миру считают, что Россия будет новой супердержавой и богатейшей страной мира. God is going to bless you in a way that you never dreamed. Бог благословит вас так, что вы, как вы даже никогда не мечтали. Many of you are going to be rich and prosperous and powerful. Многие из вас будут богатыми, преуспевающими и влиятельными. But remember.